Скоро наступит пора, когда можно будет купаться. Очень важно, чтобы любители этого замечательного отдыха строго соблюдали правила безопасности во время купания. Сотрудники Центра гражданской защиты продемонстрировали, как оказать помощь человеку, тонущему в реке. На пляже люди тонули из-за своей халатности, но всех спасли. Вот. Надо купаться, я обращаюсь к жителям городского округа Щелково, купаться только в установленных местах. У нас пляж прекрасный, сейчас его будут плаво открывать. Все условия есть, все как положено. Берегите себя, не заставляйте нервничать своих близких. И жизнь это прекрасно, ее надо беречь. Мероприятие прошло при участии членов корги-отряда, приехавших вместе со своими четвероногими питомцами на показательные выступления. Около трех десятков корги соревновались в выполнении различных заданий. Лиза участвовала в конкурсе. Нужно было достать вкусняшку из воды из тазика. Она очень шустро это сделала и быстро. Мы очень любим сюда приезжать и уже не первый раз сюда приезжаем. И тут наши друзья. Собаки-корги умеют многое. Специально обученные помогают спасателям находить опасные предметы. А еще очень важное их назначение – помогать людям преодолевать сложные житейские ситуации. В корги-отряде не раз дарили щенков людям, которым нужна поддержка. Настя больше 2 лет мечтала о собаке, что у нее будет надежный, верный друг. И 1,5 года назад, перед Новым годом, нам подарили пса. Вот, и теперь наша жизнь изменилась в лучшую сторону. Да, мы теперь в корги-отряде, посещаем мероприятия, радуемся, заряд эмоций. Любое мероприятие у нас масштабное, проводится с привлечением наших волонтеров, корги-отряда «Маруся, друзья». Это нормальная, хорошая история. Чем больше будет однозначно, корги привлекают внимание и работают во имя безопасности. Это важно, это нужно. Купальный сезон открывается уже совсем скоро, 1 июня. Сотрудники Центра гражданской защиты, конечно, всегда рядом. Но стоит понимать, что каждый человек, пришедший купаться, может оказать помощь нашим спасателям. Для этого достаточно соблюдать требования безопасности на водных объектах и не рисковать своей жизнью. Андрей Цыханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.